В атмосферу безудержного веселья окунулась Бразилия. В Рио-де-Жанейро стартовал без привлечения самый яркий и массовый в мире карнавал. Традиционной прелюдией стала церемония вручения символического ключа от города хозяину праздника, шутовскому королю Момо, который запустил парад 12 школ самбо. Участники готовились к нему целый год, чтобы зажигательными танцами, невероятными костюмами и декорациями снискать любовь зрителей и выиграть звание победителя.